И начнем мы с песни, с которой мы с Виктором Семеновичем начинали очень много лет все свои концерты. Написана она была на стихи Булата Акуджавы по его предложению на речке Гауи, на турбазе Дома ученых. Пока жены собирали грибы, Булат начитал Берковскому серию стихотворений. И первое из этой серии было вот это стихотворение «Божественная суббота» или «История о том, как нам Зиновьевым Бертом в гостинице «Астория» в Ленинграде не было куда торопиться». Божественной субботы хлебнули мы глоток, от дома и работы укрылись на замок. Не суетная дама, не улиц мельтешня, нас не коснутся зяма до середины дня. Как сладко мы курили, как будто в первый раз на этом свете жили, и он сиял для нас. Еще придут невзгоды, но главное в другом. Божественной субботы нам терпкий вкус знаком. Уже готовит старость свой непременный суд, а много ли нам досталось за жизнь таких минут? На пышном карнавале торжественных невзгод мы что-то не встречали божественных суббот. Пируй, мой друг сердечный, сдаваться не спеши, пока течет он грешный, неспешный пир души. Дыши, мой друг, свободой, кто знает, сколько раз еще такой субботы, еще такой субботы, божественной субботы наш век одарит нас.
Нет, ну, надо сказать, что все-таки эту песню написали Виктор Верковский и Сергей Никитин вместе. Это была их первая совместная песня. И потом было много чего совместного сочинено. И вот недавно мы... Я не так давно приехал из Америки, и там вместе с семьей Никитиных, мужской частью, записал одну из песен совместных, с написанных Виктором Берковским и Сергеем Никитиным, «Ночная дорога». Можете посмотреть, она выложена уже, я не знаю. ВКонтакте, наверное, тоже кто-то выложил, но Саша Никитин ВКонтакте не состоит, но он выложил отлично. И вы увидите там и Сергея Яковлевича, и его сына Сашу, и вашего покорного слугу. Вот. Поаплодируем Сергею Никитину, соавтору Виктора Берковского. Сергей Никитин вывел Берковского на сцену широко. То есть Берковский так, более-менее, иногда выступал под джазовый ансамбль, так, были такие случаи. Но вот так, чтобы выйти на сцену в качестве барда, это его вытащили Никитины. Сначала они... Сергей Яковлевич со своим квинтетом запел песни Берковского, целую программу сделал. И вот мы сейчас поем две песни как раз из того времени, из времени, когда квинтет Никитина стал громыхать по всем факультетам МГУ, а потом и вообще по всем вузам страны. Вот с этими песнями. И стихи Дмитрия Сухарева. Я пытаюсь, чтобы было удобно. Даже не пытайся. Спасибо. Извините. Дмитрий, ну успокойтесь уже. Артистов, вот, и поэтому только уже в зрелом возрасте попала в этот чудный город вместе с уже третьим мужем, вот, и мы туда съездили. И... Предыдущие два недостойны были этого города. Да, не добрались. Дорога долгая. Да. Это пряный. Пряный.
взвод испарил. Получилось хорошо. Хорошо, я пришел в гильотину и прикрыл рубахой спину и запел. Пай-да-да-да. Получилось хорошо. А под бок этот синий отливающий слюной океан с его подсиненной подсоленной водой. Это вроде как кораблика корявая спина. Эти крабы, эти раки, это крепкая волна. Этот берег, он как счастье и от пропасти вершок. Я прикрыл глаза от части. Получилось хорошо. Запел и заискрился в океан. В моем мозгу сухопутная я крыса и торчу на берегу. Мне бы ветер, мне бы качку. На-на-на-на. Снеглазую сердцевей, что и вправду уплыву, что и вправду уплыву.